Злоумышленник, сославшись на неисправности и истекшие сроки эксплуатации счетчиков, убедил пенсионерку произвести их замену. Мало того, что сама замена обошлась бабушке втридорога, так после ухода мастера она обнаружила пропажу 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан молодой человек 1998 года рождения, который под видом оказания услуг по замене счетчика водоснабжения заходил в квартиры к пенсионерам и, пользуясь моментом, когда пенсионер отвлекался, похищал денежные средства. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в серии аналогичных преступлений. Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефонам, указанным на экране. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.